Активное участие в подготовке фасадов Самары и гостевых маршрутов к чемпионату мира по футболу в 2018 и тысячи заявок на капремонт домов в 2019. Региональный оператор практически справился с масштабными задачами. Колоссальную нагрузку во многом удалось осилить за счет поддержки из областного бюджета. На компенсацию затрат фонд получил 1 000 000 000 рублей. Сейчас он ужесточил требования к подрядчикам. В свою очередь усилился контроль и за самим рекоператором. Что касается тех домов и граждан, которые не получили услугу фонда по капитальному ремонту в 2019 году, несмотря на то, что их дома были в плане 2019 года. Обязанности фонда по исполнению этих обязательств никуда не деваются. Это наша задолженность, и в первую очередь эти дома мы уделяем особое их внимание, то есть в первую очередь будет выполнена работа по этим домам. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании прошлого года поставил задачу повысить контроль за фондом капитального ремонта, сделав его деятельность прозрачной. Механизм уже отработан. К примеру, за каждым домом закреплен куратор из фонда, который лично отвечает за взаимодействие собственников и подрядной организации. Саму приемку работ после ремонта принимает внушительная комиссия. Теперь в ней появился представитель общественного совета. Такой контролер есть только в нашем регионе. Грамотность в вопросах капремонта повышают и общественные организации. Я скажу, это сыграло свою роль, то есть собственники, те, которые принимают работу, они уже имели представление, что если смотреть, крышу принимать, то надо обратить внимание вот на это, на это, на это, инженеры вот на это, на это. Я надеюсь, в этом году мы тоже продолжим эту работу. В предстоящие 2 года в планах рекоператора провести капремонт 2500 домов. Первые в списке – те, что не дождались преображения в 2019-м. Сергей Павлов, Новости губернии.